Всем привет! Как вы видите, я уже в полуфинале, и этот путь был для меня очень долгим и тяжелым. Но несмотря на это, я уже здесь и готова выступить в полуфинале и оправдать все старания тех людей, которые поддерживали меня и обучали меня чему-то. Этот проект для меня стал очень большим шагом в мою творческую жизнь. В этом проекте я научилась стоять на сцене, преподносить музыку людям. И думаю, это очень большой опыт для меня в этой жизни. Во время этого проекта я подружилась со всеми участниками, и мы стали очень близкими, хорошими друзьями. Я очень рада, то, что я встретила тут очень много классных людей и подружилась с ними. И я очень сильно надеюсь, что после проекта мы и продолжим также дружить и поддерживать друг друга, лайкать. Всем участникам хочу пожелать удачи, успехов и классного выступления. Пока! Здравствуйте, Дильноза! Здравствуйте! Как ваши дела? Хорошо. Вы сегодня не только будете петь, да? Да. Классно. Серьезно? Угу. Танцевать будем? Не только. Вау! А что еще будем делать? А ну-ка расскажите поподробнее. Остальное пусть останется в секрете. Секрет, да? Пусть мы увидим сами. Круто! Слушайте, я под впечатлением. Ну давайте, Дильноза, удачи вам! See you standing away with your body, feeling like you wanna rock with your body, and we don't got a thing but nothing. And coming at her, cause I know I get a bad repetition. Doesn't matter, cause I give me temptation. If you don't get a thing but nothing, this pins keeps talking way too much. Say I should give it. I've been in your night, I've been in your day, and boy, you got me like it's hard to say. Been trying to hide it, baby, what's I'm gonna dance in the dunno, making everybody think white is solo, just as long as you know you got me. And I'm deals in the devil, and I make you and I'm get me in trouble, just as long as you know you got me. This friends keep talking away too much. Say I should give you up, can't hear them no. Guess I've been in your life, I've been in your day. Fresh top of flow, rush as a girl, rap big bicycle. Come true, yo, get you this type of flow. If you want a menage, I got a tricycle. All this body flow is my mini-me. Body smoking soul, they call me young Nicki Chimney. Rappers is their feeling, it's my feeling me. Oh, I give their a care, and I got Zora chilling me. Me. Got the blue bag, they say a Tiffany. Got it with the shed, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, and I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Dinoza ramp up. This friends keep talking away too much. Say I should give you up. Can't hear them now, cause I'm
better freestyle for flow. Ride big bicycle. Control yo, get you the step of flow. If you want a menage, you get a tricycle. Чем рахмат? Байқап жатасыздарбы, қырғыз эстрадасына қандай күшті, қиын, жаш, мықты өршілер келе жатады. Азаматсыздар, ырыдағы, бидағы ең соңын болдық шойты, қол шығып қойсаңыздар. Зильноза Айдарбек қызы, Иза Ариану Гранде, Иза Ники Минаж в развалочку в полуфинале показывает свой высокий уровень. Кто из судей начнет? Давайте я начну. У меня есть несколько вопросов Дильноза. По-моему, это... По-моему, вы раньше не танцевали, да? Никогда не практиковали вообще танцы с вокалом. Да еще и рэп читать, да? Никогда. По-моему, это вот ваш первый раз. И сколько вы занимались? Сколько репетировали? Месяц. Месяц репетировали. Прям каждый день или через день? Сперва через день, потом уже каждый день. Ближе к полуфиналу. Да. Мне знаете, что понравилось? То, что вы наконец-то за это взялись, потому что сейчас очень важно быть универсальным, да, исполнителем. То, что я заметила в вас, так это то, как вы начинаете уже подавать себя. Вам сейчас сколько лет? 16. 16 лет. Вот в 16 лет вы уже понимаете, как вы выгодно будете смотреться, как вам стать, что сделать, как глазками пострелять. Мне в этот момент именно подача себя очень понравилась. Я это вас заметила. И, по-моему, это и есть такой рост вот в этом проекте. Я очень рада, что у вас наступил этот этап в вашей жизни. И мне бы хотелось, чтобы вы и дальше продолжали в том же духе. Тем более у вас Спасибо. Неплохо получается для первого раза. Вот. Спасибо огромное. Спасибо. Очень-очень нравится всегда в Дильнозе владение вокалом. Несмотря на то, что тебе приходится там рэпчик где-нибудь замутить, где-нибудь там эти движения, ошон барына карабастан, үнүңдү дайым сактайсың. И ырдагымдай оңой ырлардын бири эмес. Да, андыктан мен я был в шоке. Вы все на сцене сделали это. Спасибо вам. Спасибо огромное. Прежде чем Саманда Лутбаков огласит свой приговор, хочу отметить, что есть небольшие отсылки к образу Арианы Гранде. Ну, во-первых, это пучок. Ну и, конечно, небрежный. Да, вы посмотрите. Это видно, вот я про это и сказала, то, что по ней сразу видно, что она над этим работала. Подача. У нее очень были моменты схожие с Арианой. По подаче, глазками, как она делает. Мурдали Саман Дөлетбаков биздин кызыбызды жакшы көрүп, жакшы сөздөрдү айтып жүрчүлөңүз бүгүн да жакты окшойт. Албетте, мен азыр бирок бир эмем бар да, недовольством бар. Урмат менен жидеш өкөзү менин сөздөрүмдү айтып салышты. Тамаша. Мен мынтип айтайын, азыр бул жерде мен чоң эмгекти көрүп атам. Дильнозанын эми баягы вокалын үч жолу ырдаган, үч жолу тең таң калдырып бизди. Баягы чет өлкөгө да барып биз кыргыз элин таң калдырып, вокал жагына азыр баягы менин күткөнүм ошол бойдон эле турат, бирок калган жагына таң калдырып атасың, азаматсың. Бул деген нерсе, бул чоң эмгек деген нерсе. Сен алып турсуң, бир задачаны коюп турсуң өзүңө. Мисалы, биринчиси, жакшы туура ыр тандоо. Ариана Гранденин бул эң популярдуу ыры. Экинчиси, Ариана Гранде баягы ырынан эмес исполнитель жагынан бул дагы бул чоң бир дүйнөнүн бир белгиси да үлгүсү. Эмне үчүн дегенде өзү кичинекей болсо дагы ошончолук чоң универсал дүйнө бар, аны билесиң жакшы. Кайсыл жерге чыкпасын фурор кылат. Самат, не кичинекейлерге каршы бирдекеңиз барбы? Мен кичинекейлер менен сыймыктанам. Мен өзүм дагы чоң эмесмин, андыктан. Андыктан аларды чоң балдардан, чоң жигиттерден сурайлы. Бизден эмес, менден эмес. Анан Ариана Гранде, мисалы, 2018-2019 жылдары, акыркы жылдар өтө, кайсыл ыр чыгарбасын супер хит болуп, жылдын айымы аталган көп версиялар боюнча. Демек, ыр жагынан, репертуар жагынан десяточку, 10-10 кылып турсуң, 1. 2. Вокалын жагынан стили 10-10. 3. Постановка номера. Жакшы образың, преображениең, башында лирикадан баштап вступлениең баягы окшобогон, андан кийин оригиналга өткөнүң, уже баягы уже эволюция бар.
4. Аннан кейін киімдеріңер соның, қыздарыңар хореограф, балдарыңар жақшы таңдалыптыр. Өте ғырдаватқанда баяғы татал емес, жақшы аккуратны соны движениялар. 5. Алтыншысы жана ең негізгісі балким, артист үшін ең манилі олған бір нересесі, елдің бары менің азыр сен ақырын-ақырын контакт құрып, флирт деп қойды, бұл флиртовать нужно с людьми, со зрителями особенно. Сен ұшыл флирт жағынды қарап, уже өзің спокойно баяғы жақшы дәрдіңің үшін бір ай үшін, уже ұшыл жағыны дағы баяғы мани беріп, бүт жағынан топ келіштірің, азаматсың, ұшыл әлі. Айта тұрған көп сөзім бар, негізі бірақ ұшын айтайын. Ну и наконец. Игорь Николаевич, 5 причин, да нырнырдасасын молнок. Первая причина. Самат сделает ремикс, он напишет 15 причин Самата. Иркин Рускулбеков. Это был безумно красивый номер. Я думаю, это серьезная заявка на финал. Дильноза, вы умница. Спасибо огромное. И вообще то, что вы выбрали песню одного из лучших представителей миллениалов, это говорит о многом, потому что последняя церемония Грэмми показала, что на эпоху бумеров приходит новая смена, смена миллениалов, они забрали 6 Грэмми, и ну, что вам сказать, и пусть в проекте «Осман» тоже не отстает от Грэмми, и миллениалы забирают победу. Вам удачи. Спасибо огромное. Спасибо большое. Эми Бауларыңыз дарды күтөбес, урмат тугал стартову. Он сегиз. Рахмат.